У продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. Композитор Максим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии по серпантину незаконно. Иванов потребовал кругленькую сумму после того, как певица исполнила композицию в Альберт-Холле в Лондоне в сопровождении симфонического оркестра. Адвокаты продюсера хотели решить дело миром, однако Иванов настаивает на своем. Осталось 3 дня. Певица Валерии дали срок, по словам Пригожина, много лет назад тот был готов отдать и мелодию бесплатно. Мы оформили бумаги, так называемый паритетный договор, по которому он должен был получать определенные суммы, менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра, поведал Иосиф. Публикация от Айозиф Пригозайн, собака Пригозайн, нижнее подчеркивание Айозиф, 20 апр 2018, 8 часов 40 минут по часовому поясу PDT. Композиция пролежала на полке 2 года, после чего Валерия написала к ней слова, Анатолий Лопатин сделал новую аранжировку. Так что оно было еще и значительно переработано, с согласия автора, и вот спустя огромный промежуток времени песня вошла в репертуар, добавил продюсер. Иосиф пояснил, что трек вышел рядовой, до суперхита он не дотягивает. Композитор же, который не написал больше ни одной известной песни, сейчас ведет себя совершенно по-хамски, язвительно отметил Пригожин. Публикация от Айозиф Пригозайн, собака Пригозайн, нижнее подчеркивание Айозиф, 17 марта 2018, в 4 часа 22 минуты по часовому поясу PDT. Адвокат продюсера Сергей Жорин рассказал журналистам, что уже состоялось несколько судебных разбирательств, и они все завершились в пользу Пригожина. Юрист не понимает, зачем Иванов затеял эту бессмысленную возню, по словам защитника, судебные издержки уже загнали композитора в долги, из-за которых ему даже закрыли выезд за границу, сообщает журнал Starhit.